Всем привет! Наша информационная рубрика «Stalker Today» набирает обороты, и мы продолжаем регулярно знакомить вас с последними новостями из мира сталкерского моддинга. В этом выпуске Old Episodes Episode 3 – новая сюжетная модификация на платформе «Тени Чернобыля». Модификация Gloom City – в сети опубликован ознакомительный ролик. Об этих новостях смотрите далее. Состоялся релиз проекта Old Episodes Episode 3, который разрабатывался на платформе Теней Чернобыля. Новая часть из серии сюжетных модификаций предлагает игрокам новую квестовую линию, которая разворачивается на локациях оригинальной игры. Нас ждет запутанный и довольно непростой сюжет, в котором игрокам предстоит оказаться в роли военного, прибывшего в зону отчуждения для выполнения специального задания. Как уже успели отметить игроки, модификация порадует нас интересными диалогами и сюжетными заданиями, требующими подумать головой. Помимо нового сюжета, изменениям подверглись баланс и графика, адаптирован уникальный оружейный пак, а также произведена работа по обновлению модельного ряда сталкеров. Напомним, что свежеиспеченный Old Episodes Episode 3, как и предыдущий второй эпизод, является неофициальным продолжением раритетной модификации Old Episodes Episode 1, вышедшей летом 2008 года. Чуть менее года назад в сети появилась первая информация о разработке хоррор-модификации на платформе Зов Припяти под названием Gloom City. Разработчики проекта поставили цель реализовать совершенно новую игру, никак не связанную со вселенной Сталкера. То, чего авторы уже добились в этом направлении, как раз и можно увидеть в свежем геймплейном ролике. В частности, игрокам была продемонстрирована игровая локация – город-призрак под именем Gloom. Разработчикам удалось реализовать мрачные и атмосферные окрестности города, где нашлось место разнообразным постройкам, просторному пригороду и другим интересным местам. Особо отметим то, что при моделировании уровня авторы использовали зачастую новые модели объектов, поэтому напоминать старый добрый сталкер нам будет только игровая механика. Напомним, что всю подробную информацию о проекте вы сможете узнать в теме на нашем форуме. А на сегодня у нас все. Увидимся уже совсем скоро.